Иди, куда вы поперлись, сука? Сука, вы в ядерные самураи, чертовы камикадзе, бля, уроды, я сказал стрелять, а они, блядь, под копыта им лезть. Аншабдуль! Бля, вы куда стреляете? Вы стреляете по этим, блядь, генералу этому пробежавшему. Этому, как его? Блин, а? Тварь, режьте их, режьте, убейте. А вы в черт, вы поперлись, а? Блин, Аншабдуль. Блин, блядь, давай, генерал, помогай ему, ебашек всех. Давай, вперед, вперед, типа, Илья Муромец, вперед, этот. Мудага этот отморозок поганый такой был, всех резал, блин, вообще отмороженный совершенно тип. Его свои же предали и грохнули. Потому что он тоже, у него азонизация просто началась, так сказать. Тоже очень, очень серьезной стадии достаточно. Блин, видите, побили всех моих мушкетеров. Вот они, три мушкетера, Д'Артаньян один остался, Арамис и Пидорас. Блин, а? Идиоты! Они опять куда-то убежали, суки, а? Блин, а? Хоть эти там на месте стоят, где надо. Блин, а? Стреляйте вы, стреляйте на поражение! Расстрел этих тварей всех. Бля, они вообще идут вплотную, идиоты, а? Вообще ни хрена не соображают. А вы что стоите работать? Ядерные самураи. Блин, я опять заговорился. Я хотел рассказать про игру, но когда играешь, что-то рассказать невозможно. Угу. Блин, Аншабдуль. О, видите, хорошо прошел, ничего не убили у меня. Вот, и тут как бы одновременно они лезут на твоего союзника, и тебе надо их отбить там, вынести, и сейчас их валить. Так, Такеда это тоже урод такой, вы грохнули, прям как раз из ружья ему бошку прострелили. Снайпер. Даже тогда были снайперы. Блин, Аншабдуль. Блин, совсем... Аншабдуль, братья. Аншабдуль, Аншабдуль, Аншабдуль. Так. Идите сюда вот. О, сейчас они тут переться долго идут, даже если проматывать. Вот, вот. Вот ружьишки. Так их поставил вот этот режим. Да, вон того. Они, короче, издеваются над народом, они стреляют, отходят, отходят. Они даже ничего сделать не могут, если они медленные. Поэтому, в принципе, в этом режиме их надо использовать всегда. Хотя, конечно, если они бежит к кавалерии, они будут от нее сваливать, а не стрелять. По тупости. С анибляцкой. Аншабдуль, братья. Аншабдуль. Так, Бибаран, видите, бонзай у них даже есть способность, а? Блин, а что-то, блин, маловато. А что, это все, что ли, у меня? У меня же и больше было. Блин, давай, Аншабдуль, братья, Аншабдуль. Аншабдуль, Аншабдуль. Вперед за Бибаран. Да ладно, чё? Блин, а? Давайте всех, убивайте всех, там разберемся. Бобастана разберется. Вот, сука, самурайчики лезут, а? Ну, надо бить по Есигару, они очень, так сказать, паникозависимые. И, в общем, того они. Сразу валят они. Чуть что? Блин. Я все забываю, по привычке на флаге смотреть, тут же написано, кто из них. Блин, а вы бейте тут самурайчиков этих. Тут совсем наглели. Лезут тут прям.
Блин, бейте, бейте, твари этих. Блин, медленно идете, медленно. Давайте их. Они сейчас добегут, всех убьют тут. Давайте, главное, генерал в атаку, все. Аншабдуль, вперед за Абдулловерование. Блин, как бы под линию огня не пошла. Видите, мои пошли, их, они... Аншабдуль, Аншабдуль, братья. Аншабдуль. Бибаран, братья, Бибаран. Анша, вот, 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 лошадок бить, лошадок бить. Лошадок. Вот они, ульки лошадки, моментально они дохнут. Я, помнится, даже в онлайн играл одну игру, там какой-то чувак, блин, в общем, я просто, вот у него там стояли за стеной там этих 10 стрелков, я просто подвел туда, как обычно, генерала, он бац, их тут же за секунду всех, как из пулемета, расстрелял. Я даже ничего не успел сделать. И все, генерала убили, и все мои 20 отрядов Асигару, они разбежались как... Хотя у него там было 2 отряда стрелков, там еще лучники. Блин, да... Вот, ну вот что, убили генерала. Абдуле, ну вообще обалдеть, я же его отвел причем. Блин, ладно, в атаку. Блин, во, они прошли. Прошли! Отряд живет! Отряд живет! В атаку! Ничего, что убьют на Бунагу. Но мы победим. Аншабдуль, кара вечная. А, видите? Легкий режим отличается тем, что компьютер тупит. Во-первых, специально на пике посылают там свою кавалерию. И мораль у них вроде там поменьше. Хотя не знаю, может это просто от интеллекта зависит противника. То есть как бы войск столько было, сколько было. О! Так. И они дерутся. В общем, Аншабдуль, мы сегодня доказали, что Бога Санана есть, он когда надо помогает. Очередное знамение Абдулова, везде повсюду Бибаран. Аншабдуль, братья, давайте, блядь, Аншабдуль.